1 апреля – это день юмора и смеха, и в этот день принято разыгрывать друзей и знакомых. Сегодня я решил разыграть своих коллег. Для тех, кто не знает, я совсем недавно работаю на телеканале «Утрар», и сейчас моя задача задавать вопросы своим коллегам, но при этом быть самым неопытным и самым ужасным журналистом. Давайте посмотрим на их реакцию. Поехали! Уважаемые телезрители, этот прекрасный молодой человек, его зовут Шудин, в этих черных сильных очках, он хочет поздравить вас с наступлением весны. Пожалуйста, Шудин. Это Шудин, он хочет поздравить вас с наступлением весны. Я хочу поздравить с наступлением весны всех жителей Шымкента. Шудин, я попрошу вас поздравить всех наших телезрителей с наступлением весны. Говорите, пожалуйста. Я поздравляю всех. Раз, слышно, да? Все, говорим. Я поздравляю всех с наступлением весны, с наступившей весны. Мы перезаписать или продолжаем, да? Хорошо. Я поздравляю всех шымкентцев с наступившей весной. Желаю им, чтобы никогда их не мучили такие журналисты наглые. И чтобы всех... Все, поехали дальше. Это Бахром. Бахром – журналист на телеканале ОТРАР. И сейчас мы хотим попросить его, чтобы он поздравил всех наших телезрителей с наступлением весны. Пожалуйста, Бахром. Всех телезрителей телеканала... Бывает. Всех телезрителей телеканала «Утрар» поздравляю с наступающим... Опять. Будь здоров. Всех телезрителей телеканала «Утрар» поздравляем с праздником весны. Бахром, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к весне? Вот как тебе? Любишь весну, нет? Как и все. Весну люблю. А что ты любишь весной? Честно? Все, поехали дальше. Ну что, телезрители, это Мульдыр, наша прекрасная журналистка и ведущая. И мы хотим, чтобы ты, Мульдыр, поздравила всех наших телезрителей с наступлением весны. Скажи, пожалуйста, пару слов. Вот так, почему закрываешь камеру? Почему камеру закрываешь? Извини. У него это ма. Просто улица на плане, микрофон сносал. С наступлением весны. Почему так держишь? Ой, Казахстан, микрофон на казахском интернете, мы детерде интервью организуем, сначала на и на бине камера на архамеджа вот он есть хам найда кажет жо. Это Мульдыр, прекрасная телеведущая. Это Мульдыр, прекрасная журналистка и ведущая, и сейчас она хочет поздравить всех с наступлением весны. Мульдыр. Ну а следующий гость нашего выступления – это Жанерке. Жанерке – прекрасный ведущий, журналист. Жанерке, пожалуйста, поздравь всех наших телезрителей с наступлением весны. Барлық көрермендерді. Даник, салам! А это замечательная журналистка Жанерке. И сейчас она тоже хочет поздравить вас с наступившей весной. Барлық телекөрермендерді, соның ішінде әрине біздің жастар уақыт үйін. Адам сөйлетейін дейді, так бір түшкіріп, бір көп жүнді. А это Жанерке. Жанерке – прекрасный журналист телеканала ОТРАР. И сейчас она хочет поздравить вас всех с наступлением весны. А это Серик. Серик – самый лучший оператор. Я это говорю второй раз уже. Серик, братан, поздравь, пожалуйста, всех наших телезрителей с наступлением весны. Спасибо. Серик, следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты встречаешь весну? Тебе нравится весна? Я онлайн ман, а не керемет. Жақсы көңілгімен қарсы аламыз. Вот так, да?
Серик, скажи еще, пожалуйста, как ты считаешь, какие праздники самые классные весной? 9 май шығар. 9 май? Иә. Почему? Білмеймін, өзім ұнайды. Ұнайсың ба? Сыйлықтар аласың ғой. Классно. Спасибо, Серик. Все. И наш коллектив очень рад поздравить вас действительно с наступлением весны. И вот такого вам позитива, юмора на весь год, друзья. Всем пока!